Всем привет, меня зовут Мария, я из Москвы. Основная сфера деятельности моей — это авиация, я горпроводник. Почему пришла на данное обучение? Ну, естественно, как и всем, хочется еще больше финансовой свободы, хочется работать из любой точки мира, зарабатывать деньги. Ну, поэтому, конечно, нужно развиваться и получать новые знания, расти и достигать своих целей. Вот, почему именно данный курс? Елена с первых, наверное, своих бесплатных вебинаров произвела очень хорошее, какое-то хорошее впечатление и доверие. И я, не задумываясь, купила курс, я и Тильду еще купила. Знания о фрилансе до данного курса, вообще понимания о этой сфере деятельности, этой профессии вообще никакого не было. Я не знала, не понимала, чем занимаются фрилансеры, как они зарабатывают деньги, что они делают. Ну, сейчас, конечно, уже все складывается по полочкам, на свои места, уже есть понимание четкое, что нужно делать, как нужно делать, всю последовательность. Курс, конечно, первая ступень была... сложная, не спорю, но я и понимаю то, что мы за месяц изучили просто огромное количество материала. Это нормально. Сейчас будет стажировка. Я думаю, все вот эти вот знания, которые мы получили в теории, на практике, они прям все встанет прям по полочкам. И все будет прям четко и понятно. Ну, очень мне понравилось, что именно вот меня зацепило это... вебинары обратной связи с Еленой. Как бы она очень настроена, чтобы ее выпускники, ее ученики делали все хорошо, качественно, не спустя рукава. Она помогает в этом, поддерживает, объясняет, говорит: ребята, все нормально, сейчас сложно, но это так должно быть. Это нормально. Ну, вот эта вот ее поддержка, она очень так спасает, когда смотришь материал, потом. Раз в неделю вебинары, и так уже фух, расслабляешься, ладно, все хорошо, все идет как надо. Вот, всем советую данный курс. Нас ждет впереди еще очень много интересного, стажировка, все дела, поиск клиентов. Всем удачи, всем пока!